Белорусам на снеговика снега не хватило, зато хватит теплой воды. В стране перенесли график отключения горячей воды. Хорошие новости, но вряд ли согреют нас в светлый праздник Пасхи. Будет ли он еще и теплым, спросим у Дмитрия Рябова. Сразу скажу, нет. В этом году погода на Пасху будет непривычной, прохладной и ветреной. Временами пройдет кратковременный мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы составит от минус 5 до плюс 1 градуса. Днем воздух погреется от плюс 4 по северу до 11 по югу. Но это скорее исключение из правил. Чаще всего природа в этот день дарит теплую и солнечную погоду. В прошлом году в пасхальное воскресенье на улице было по-летнему тепло. Воздух прогрелся до плюс 22 градусов. К слову, в 2014 году воскресенье Христово тоже было солнечным, а столбики термометров поднялись до 20 градусов со знаком плюс. А вот в 2016 и в 2017 все было гораздо более скромно. Температура воздуха составила всего лишь плюс 5-10 градусов. И как показывает статистика, такая погода бывает примерно в 1/3 случаев. А вот народные приметы на Пасху позволяют узнать, каким будет предстоящий урожай. И если праздник выдался холодным, то огорчаться не стоит. Урожай будет хорошим.